Приверженцы марксизма, в марте покинувшие Компартию, образовали новую – «Социалистический выбор». Возглавляет региональное отделение Николай Плотников. Напомним, он вышел из КПРФ из-за идеологического конфликта с руководством горкомитета. Альтернативные коммунисты, так они себя называют, остались верны социалистическим идеям. Хотят и впредь противостоять мелкобуржуазной философии. Пока в партии числятся немногие. Но руководство прогнозирует поток желающих покинуть КПРФ и пополнить ряды новой партии. Марксисты делают ставку на реальные дела, первые из которых – изменить устав города в порядке проведения референдумов, а также присвоить некоторым зеленым зонам областного центра статус сквер. Наша главная задача – это провести подготовительную работу для создания и регистрации политической партии, как я сказал, к концу этого года, вести конкретную работу по отстаиванию интересов прав граждан, прежде всего работников наемного труда в городе Иваново и области, бороться не за места во власти, а бороться с властью. Мы готовы принять в свои ряды тех, кто разделяет наши взгляды и искренне готов содействовать построению социализма в России.